Двары і дороги, де планується обновити асфальтове покриття, визначені. Спіс об'єктів запланованих робіт хутко буде розміщений на сайті Могилевського гарвиконкома. Перший етап ремонту запланований на Соковик-Красовик. Агульний бюджет на 2 місяці складає 500 тисяч рублів. Визначені і організації, що будуть займатися обновленням дорог і дворових територій. Разработаны графики ремонта дорог на март-апрель с общим объемом финансирования порядка 20 тысяч метров квадратных. Данные работы позволят привести улично-дорожную сеть в надлежащее состояние. В работах будут участвовать 4 крупнейших дорожно-ремонтных организации города Могилева. Это «Автодор», «Могилев облдорстрой», «ДСТ номер 3», и дорожно-мостовое предприятие. По словам специалистов, у областном центре провели у нормативный стан асфальтовое покрытие на улицах Великая Чавовская, Гагарина и Королева. Протягивается капитальный ремонт Минской шаши. Исходить будем из погоды. Наиболее проблемные зоны на сегодняшний день в городе Могилеве – это, в общем-то, улица Островского, это улица Кутепова, ряд других улиц Крупской и ряд других, в общем-то, улиц. Что до дворовых территорий, то у планах коммунальников ремонтные работы по самых складанных адресах Ленинского и Костричницкого районов. По дворовым территориям это будет ямочный ремонт дворовых проездов в первую очередь. Дальше уже будем подходить где-то к перекладке каких-то больших участков дворовых территорий, выравнивающему слою больших участков. А сегодня это будет ямочный ремонт для того, чтобы обеспечить проезжаемость данных участков дорог. Павел Савицкий, Александр Артемьев, «Новин региона».